Криминальный детектив разыгрался в Бичурском районе. Там больше месяца искали пропавшего сборщика орехов. Накануне в следкоме сообщили, мужчину убили приятели. В конце октября четверо жителей Бичуры отправились в тайгу собирать кедровые орехи. Обратно в село вернулись только трое. Они рассказали, их выпивший друг ушел из зимовья в неизвестном направлении. После компания начала имитировать поиски. Несмотря на это, мужчины были главными подозреваемыми в загадочном исчезновении. Расколоть их помог полиграф. Трое ранее судимых жителей Бичуры предложили знакомому отработать денежный долг и вместе с ним направились в тайгу для заготовки орехов. Вечером в зимовье после употребления спиртных напитков двое мужчин из-за личной неприязни стали избивать должника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Тело приятеля преступники спрятали в лесу, а через несколько дней, как ни в чем не бывало, вернулись в деревню. Сейчас мужчины под стражей. Им предъявили обвинение по статье «Убийство», совершенное группой лиц по предварительному сговору. Она предусматривает наказание лишения свободы на срок от 8 лет вплоть до пожизненного заключения.